Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на канале «Правильный выбор». И сейчас я поделюсь с вами лучшими моделями роботов-пылесосов от компании Xiaomi. Эти умные машинки уже поселились в миллионах семей по всему миру и успешно справляются с возложенными на них задачами по сохранению чистоты в доме. Возможно, что-то из этого топа понравится и вам, поэтому в описании к видео есть все ссылки на каждую модель. Поехали! Первым в нашем топе идет маленький помощник Xiaomi Viomi Cleaning Robot V3. Хоть и маленький, но весьма шустрый, так как способен на одном заряде работать до 3 часов и за это время убрать площадь в 250 квадратных метров. Отличное решение и для частного дома, и для квартиры. Пропуская через себя воздух, робот фильтрует его с помощью HEPA-фильтра. Помимо этого, обрабатывает частицы воздуха ионами серебра. При работе пылесос умеет на ходу адаптироваться к меняющимся деталям в пространстве и дополнять свою навигационную карту. Если человек переставил мебель или временно разместил на полу какой-то объект, робот зафиксирует это с помощью лазерной системы обнаружения и избежит столкновения с препятствием. Управлять роботом удобно со смартфона, можно составить график уборки, проверить навигационные карты, указать ограниченные зоны и многое другое. Ковры и пороги не являются большой проблемой для этой модели, она умеет преодолевать препятствия высотой до 2 см. А с коврами робот справляется за счет высокой мощности всасывания в 2600 паскалей. Робот способен производить два типа уборки – влажную и сухую. Для первой есть контейнер для воды, а для второй – пылесборник. В случае, если пылесосу не хватает заряда батареи до окончания уборки, то он все точно рассчитает и приедет на дозаправку, а затем продолжит уборку. Так как робот возит с собой воду, то имеет несколько систем защиты от протечек, чтобы не повредить зарядное устройство или просто не разлить воду на пол. Хочу напомнить, что подписаться на наш канал «Правильный выбор» можно одним кликом, а вторым включить колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Xiaomi Mi J LDS Vacuum Cleaner рассчитан на уборку помещений площадью до 180 квадратных метров за один заряд батареи. Может проводить сухую и влажную уборку. Для построения маршрутов используются интеллектуальные алгоритмы и датчики высокой точности. За расчет отвечает мощный 4-ядерный процессор. На верхней части аппарата есть лазерный датчик, который сканирует пространство вокруг себя на 360 градусов. При этом вычисляются расстояния до объектов и стен, а также формируется маршрут прохода уборки. За безопасностью самого пылесоса следят несколько систем безопасности. Чтобы робот не заплутал и не упал, например, с лестницы, датчики расстояния, столкновения и падения подсказывают ему, куда ехать не стоит. Робот настолько умный, что когда начинает чувствовать, что сил ему не хватает для дальнейшего выполнения задания, он оставит себе немного электроэнергии на обратный путь и поедет дозаряжаться на базу. Восполнив силы, он снова примется за работу. Таким образом, уборка будет закончена в любом случае. Кстати, робот оснащен батареей на 3200 мАч, чего достаточно для непрерывной работы в течение почти 3 часов. Типов щеток на устройстве 2. Основная убирает основной мусор и проталкивает его к всасывающему отверстию. Вторая боковая, она выметает пыль и грязь из углов и труднодоступных мест, подгребая их под основную щетку. Управлять роботом удобно через мобильный приложение. Есть возможность настройки графика, установки зон уборки или наоборот ограничений. Также можно просто наблюдать за роботом, пока он хозяйничает. Модель отлично подойдет и для квартиры, и для дома. Кстати, напоминаю, что ссылки на все модели из ролика есть в описании. Поэтому, если вас что-то заинтересовало, можете перейти туда. Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Lite просто нафарширован различными высокотехнологичными датчиками и технологиями. При работе пылесос тщательно сканирует все пространство дома с помощью 25 датчиков и систем визуальной навигации. И на основе этих данных выстраивает оптимальный маршрут. Большее количество датчиков способствует более точному определению позиции объектов и элементов мебели в доме, особенно если их очень много. Даже если объекты или мебель были переставлены, робот отреагирует и выстроит новый оптимальный маршрут с учетом изменений. Мощность всасывания у модели составляет 2200 паскалей, поэтому он одинаково хорошо справляется с уборкой на полу и ковровых покрытиях.
или грязь собираются в пылесборник объемом 450 мл. Это вполне ощутимый объем, позволяющий реже его опустошать. Для влажной уборки можно выбрать несколько режимов подачи воды в зависимости от уровня загрязненности. Вода на насадку для влажной уборки поступает из резервуара объемом 270 мл. Инженеры смогли эффективно разместить множество технологий и высокую мощность в компактном корпусе. Его высота составляет всего 8,1 см, поэтому робот пролетает под диваны и кровати со свистом. Управлять пылесосом можно дистанционно прямо со смартфона с помощью специального приложения. В нем можно задать график уборки, указать допустимые области или наоборот ограничить доступ. Пороги для умного помощника не проблема, препятствия высотой до 2 см преодолеваются без проблем. В общем, технологичный и умный помощник по дому. А уже прямо сейчас вы можете поставить лайк, чтобы поддержать наш канал, а еще лучше написать свое мнение в комментариях. Xiaomi Mi Jia 2C Sweeping Vacuum Cleaner – высокотехнологичный аппарат для повседневной уборки. С помощью ряда датчиков, а также камеры на 360 градусов детально сканирует пространство вокруг себя, выстраивая оптимальную карту передвижения. Аппарат обладает достаточной мощностью, чтобы одинаково эффективно справляться с уборкой и на гладком полу, и на ковровых покрытиях. Мощность всасывания двигателя составляет 2700 паскалей, доступно 4 разных режима силы всасывания. Для влажной уборки разработчики установили резервуар объемом 250 мл. Этого достаточно для того, чтобы убрать площадь до 150 квадратных метров. Особый усиленный режим нажатия на тряпку повышает эффективность влажной уборки. Сама насадка для влажной уборки выполнена из тонких волокон со специальным антибактериальным покрытием. Это дополнительный способ устранить различные вредные бактерии при уборке. Система управления достаточно гибкая для того, чтобы настроить уборку по своему желанию до малейших нюансов. Например, можно выбрать время, частоту, а также зоны и области. Пылесос непрерывно сканирует пространство, по которому движется, поэтому может вносить правки в маршрут в режиме реального времени. Батарея установлена на 3200 мАч. Такого запаса хватает примерно на 110 минут непрерывной работы. Неплохая модель для дома и квартиры. Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop – стильное и функциональное решение для домашней уборки. Бесщеточный двигатель способен выдавать мощность всасывания в 2500 паскалей. Этого вполне хватает для эффективной уборки как на гладких поверхностях, так и на ковровых покрытиях. Щеток у аппарата две. Одна основная, она заталкивает основную грязь и пыль во всасывающее отверстие, а боковая щетка ей помогает, доставая пыль и грязь из углов и подталкивая их к основной щетке. Аккумулятора на 2400 мАч хватает примерно на 1,5 часа непрерывной работы. Если вдруг в процессе работы заряд заканчивается, то робот сам поедет на станцию, зарядится, а потом вернется к уборке. Причем продолжит с того же места, на котором остановился. Маневрирует по поверхности робот с помощью постоянного сканирования пространства. Таким образом, он может реагировать на изменения в расстановке мебели или других объектов и своевременно перестроить маршрут на более оптимальный. Для влажной уборки используется салфетка из микрофибры, которая дозированно смачивается водой из резервуара. Управлять роботом или мониторить процесс уборки можно через удобное приложение. Доступная и функциональная модель для эффективной повседневной уборки. Модель Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner 1S предназначена только для сухой уборки, и осуществлять ее устройству помогает масса разнообразных датчиков, размещенных практически по всей поверхности пылесоса. На основе данных от датчиков процессор составляет наиболее эффективный маршрут, причем способен делать это в режиме реального времени, то есть при изменении конфигурации комнаты, например, люди решили переставить какую-то часть мебели, робот мгновенно отреагирует и перестроится на более эффективный маршрут. Мощность всасывания двигателя составляет 2000 паскалей. Не самый большой показатель среди одноклассников, поэтому на коврах с длинным ворсом робот может действовать не так эффективно. Зато аккумулятор здесь установлен весьма объемный, на 5200 мАч. Этого запаса энергии должно хватить примерно на 2,5 часа непрерывной работы. Также стоит отметить возможность работы пылесоса с голосовым помощником Алисой, умный, функциональный, тихий и надежный помощник по дому.
Xiaomi Mi J-Robot Vacuum Mop 2 MJS T1S умеет проводить и влажную, и сухую уборку. Сухая производится силами двигателя с силой всасывания в 2800 паскалей и двух щеток, а влажная производится тряпкой из микрофибры с антибактериальной пропиткой. Она помогает избавиться от большинства вредных бактерий и организмов. Робот умеет быстро выстраивать карты уборки таким образом, чтобы это было эффективно и с минимальными временными затратами. Кроме того, робот может даже хранить в памяти карты разных этажей в домах с несколькими этажами. Заряда батареи в 3200 мАч хватает примерно на полтора часа непрерывной работы. А управлять роботом можно и удаленно с помощью приложения, настроек имеется масса. От конкретного режима уборки до выстраивания маршрута в комнате с установкой ограничительных зон. Один из самых эффективных и функциональных пылесосов в нашем топе. На этом очередной топ подошел к концу, но таких топов много на нашем канале «Правильный выбор», поэтому рекомендую подписаться, а затем нажать на колокольчик. А если в топе вы встретили модель робота-пылесоса своей мечты, то можете спуститься в описании к видео, там есть все необходимые ссылки с ценами и дополнительной информацией. А напоследок можете поставить лайк и написать интересный комментарий. До новых встреч!